Карнавал, сладости, конкурсы и подарки. В Самарской коррекционной школе-интернате для слабослышащих детей большой новогодний праздник. В театрализированном представлении участвуют все, от самых маленьких до старшеклассников и преподавателей. Гости на елку, сотрудники благотворительного фонда «Радость» и телерадиокомпании «Терра» пришли не с пустыми руками. Сейчас этой школе понадобился диван. Ну как же мы могли не выполнить эту просьбу? И вот сегодня мы дарим диван, сладкие подарки и поздравляем детей с Новым годом. Желаем счастья и радости. Сегодня большой праздник в школе, большая радость, потому что радость пришла в школу вместе с нашей любимой телекомпанией «Терра». Это уже не первая акция совместная телекомпании «Терра» и благотворительного фонда «Радость». Каждый год мы стараемся порадовать ребят новогодними подарками. Нам очень приятно, что мы в этой замечательной школе и вместе с фондом «Радость» участвуем в такой маленькой сказке для детей школы. В 117-й коррекционной школе-интернате учатся и живут более 200 воспитанников в возрасте от 7 до 18 лет. Образовательная программа проработана специально для слабослышащих детей. Им необходимо освоить те же предметы, что и здоровым. Многим это удается даже лучше. И, конечно же, как и все дети, воспитанники школы-интерната в эти дни верят в новогоднюю сказку. Год прошел, как день вчерашний. Над Москвою этот час. Бьют часы кремлевской башни свой салют 12 раз. У новогодней елочки зеленые иголочки, и снизу до макушки и красивые игрушки. Поздравляй Новым годом всех Новым годом. Чтобы праздник был, чтобы Новый год. Там салюты были, и подарки были, елки были. В канун Нового года дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, особенно сильно ждут чуда. Подарить им праздник может каждый. О способах перечисления средств для детей с проблемами здоровья, а также о других благотворительных акциях можно узнать на сайтах благотворительного фонда «Радость» и телерадиокомпании «Терра».